Мы сейчас находимся в Адлере, в Олимпийском комплексе, да. Тут побывала вся страна. Ну вот и мне галочку надо поставить, что я тут побывала. Через 4 года после Олимпиады. Вот стоим в центре и смотрим на все это удовольствие. Также все красиво, также все интересно. Тут трасса Формулы-1 внизу. Вот переход с одного места на другое. Вот пошла. Вот у нас Наталья Григорьевна решила покататься. В Олимпийском парке. На фоне олимпийского огня. Ехай, ехай. Нет, все, присаживайтесь. Да, такси спасибо. Подано. Вот какая я. Я умею водить машину. У меня прав нету, но я машину водить умею. Где-то снимаешь на меня далеко-далеко. Вот тут вот. Да? Да. Всю жизнь мечтала прокатиться на электрическом мобиле. Ура! Осуществилась мечта вокруг олимпийского огня. Это же здорово. Где бы я еще покаталась, как не возле олимпийского огня? Гуляем с мужем и сыном в Сочи парке. На аттракционах. 1200 стоит вход на день. Вот сейчас муж с сыном пошли вот на этой горке прокатиться. Я нет, я пас. Ни на одной горке я не катаюсь. Мне электромобиля хватило. Я буду их только снимать, как они здесь будут куролесить. Так, классно, конечно, здесь. Кстати, сегодня погода пасмурно-дождливая такая, дождик иногда капает, но приемлемо. Видите, ходят раздетые люди. Кто-то одеты, кто раздеты. Ну, комфортная погода. 21 градус плюс. Моих мальчиков очередная игрушка. Свободное падение вот на эту, вот на этой трубе будет.
Поехали! Кошмар! Какая я молодец, что я не люблю аттракционы уже в этом возрасте. Ой. Сын помахал мне рукой. Ой, сердце ведь может так остановиться. Муж замер. У моих мальчиков очередная покатушка. Вот они, мои мальчики. Уселись. Дайте маме ручки. Они кричат-то. Надо бы поорать.
Что-то тут сильно кричат. Я даже голос своего мужа слышу. Бедный, зачем я тебя туда отправила? Ой, мне за тебя страшно. Колесо обозрения 450 рублей. А за все аттракционы, которые в Сочи парке, 1200. А колесо обозрения почему-то стоит в стороне одно и собирает с людей по 450 рублей. Непонятно, но факт. Хороший парк, нам понравилось, очень понравилось.